Добрый вечер, перед вами выступает Илья. Позабудь об этом дне. Спор не нужен никому. Не читай нотации мне. Мама, это ни к чему. Снова с друзьями я своими убегаю. Может быть, у вас здесь есть родственники в нашей стране, Дамиан? Может быть. Может быть, может быть. Это возможно. Папа был в России. And I don't want to let her say it. No. Это секрет. Братан, я понимаю, с девушкой расстался, да? Там проблемы, проблемы на работе, увольняют, я понимаю, но я, блядь, жить хочу, понимаешь? Не надо 200, сука, лететь, братанчик! Вот скажите мне, что я за мать? Ребенок шапку носит год. И я сейчас случайно, значит, вижу вот эту картину. Мам, ты не... Они я... в эти играют, как они называются? В салочки? Ничья комисячна зоря на ясная, видно хоть голки. А с какого-то хрена, скажите, пожалуйста, вы задаете детям задание домой с родителями делать? Ну, мне надо это. Я дома сижу, лежу. Он приходит у меня с портфелем. Пап, смотри, сколько нам всего сегодня задали. Я говорю, отойди от меня. Все, минут через 20 подходит. Блин, пап, я в этом задании вообще ничего не понимаю. Я тоже. Закрой дверь, дай досрать, нормально, тебе сказали, иди отсюда. Че ты докопался до меня? Кстати, кот кастрированный, не знаю, вот у него какая-то вот осталась привычка, с кошкой он не был, как мне говорил ветеринар, типа, может быть, он с кошкой был. И я говорю, нет, мы его кастрировали рано, поэтому, ну, так вот, не знаю. Ночь, фонтан, свечи горели, прошлых и ночь.